Ребятишки мои золотистые, меня зовут Мартин Кваш, работаю специалистом по питанию в компании Waffo, которую вы знаете под торговой маркой Brit. Вы все знаете слово глобализация. Что такое глобализация? Все компании хотят рост, хотят развиваться. И в читании, в том числе тоже Brit. И мы уже долго искали разных наших сотрудников во всей Европе. Тоже в России. И после несколько лет мы здесь нашли очень хорошего партнера. Слава Богу, пришел COVID. И все ускорилось. Очень быстро прошло. My zde našli partnera, kterého vy znáte, Provimi. Je to Mirová marka. I my našli jejich zavod zde v Rusii, поэтому já всегда скажу, je to не ruský zavod. Je to evropský zavod, který работает zde v Rusii. Почему европейский? Потому что Provimi знает, что такое европейский закон, европейские правила, европейские стандарты, и они их жестко, очень строго их соблюдают. Все европейские законы. Значит, это европейский завод, который работает здесь в России. Что такое качество? Потому что вы все знаете то, что Бри представляет высококачественные корма. Качество значит прежде всего полную систему контроля качества. Опять, на этом заводе, с которым мы сотрудничаем, там соблюдают все европейские правила контроля качества. Значит, качество надо контролировать в процессе производства кормов. Мы сейчас можем или контролируем, проверяем весь этот процесс онлайн, потому что там все работает под руководством компьютера. То, что написано на мешку, должно быть там вовнутри. А это надо проверять. Значит, мы очень долго проверяли этот завод, если он будет таким хорошим, чтобы мог производить бритовские корма. Контроль качества значит контролировать поставщиков. Мы очень долго проверяли всех поставщиков. Мы сделали какую-то анкетку или какой-то тендер, которого участвовало 45 разных компаний. Мы из них выбрали правильные компании, где опять соблюдают все европейские правила. Если я говорю о, например, мясе животных, мы знаем всех этих поставщиков, в каких условиях их животные живут, каким образом они стараются о них, каким образом они их питают, потому что это все имеет влияние на качество. Мы знаем то, что только в здоровых условиях могут расти здоровые животные. Это в Европе называется animal welfare. Растения. Мы хотим знать прямо поле, где эти растения выращиваются, каким образом, какие удобрения, какие-то дальше вещества наши поставщики используют. И регулярно все проверяем. Это называется европейским законом контроля качества. Потому что в Европе качество контролируется под законом. Основой всего качества является то, что называется human grade quality. Значит, все ингредиенты должны быть такими, чтобы их могли кушать люди. Это называется human grade quality или бритовское качество. Я говорил о human grade quality. Я говорил о том, что все продукты, все бритовские корма, в читанию этого все бритовские ингредиенты могут кушать люди. Я вам хочу это показать. Что значит бритовское качество, что значит human grade quality. Эту баночку производила Россия. A vy vidíte, no, bon appétit. My skážem ňam ňam.
No, pravda to, что для меня by bylo очень хорошо добавить чуть соли, чуть переца и чуть хлебчика. No, очень вкусный завтрак, так как мы скажем ням-ням. Вы здесь видите, human grade quality, бритовское качество.